Добрый день. Александр, правду говорят, что вас не пустили в пятницу на сессию областной рады? Да. А чем мотивировали? Ну, мотивировали, что, ну, что я буду прерывать им сессию. Ну, так-то еще был приказ головка, Пісоцького и начальника ВОД области. А у вас паспорт с собой был? Да. А что потом вы сделали? Обращались, ну, куда-то? Да, я, когда перед сессией шел к начальнику ВОД, БЭК, я до него обратился, он сказал, я ничего не знаю, ну, от, сказал, ничего не знаю, ну, отмазался. А правду говорят, вы заявление куда-то подавали? Да, я написал, я у до голови Верховної Ради, до Гройсмана, и написал до президента. А что вы хотели действительно на сессии? Какие действия хотели? Ну, я хотел, чтобы не допустить реванш, який хотели провести тітушки, яких їх запустили, неизвестных людей в обласну раду. Когда громадські наші прийшли, були там обнаружені тітушки. А как вы их определили? Ну, потому что они были все в Киеве на антимайдане. Вот таким вот образом. Понятно, спасибо.